Идем, а ты там это. Я буду кричать, если, короче, меня посыпят. А, то есть никто даже не пошел за мной, да? Ну Тупо ладно. такой. Ага. Что-то до полпути доходит и обратно-то точно. А у меня есть страта, как это сделать, чтобы они дальше прошли. Да. Ты ее раскроешь на стриме или ты оставишь в тайне? Ну, если у меня будет так же лагать, то я боюсь, что не получится так сделать. Главное, чтобы меня не посыпал сейчас. Ой, сука, нах, Ози Осборн заиграл у меня. Теперь забанят звуковую дорожку, наверное. Отойдите все оттуда. Мы отошли. Понулся он, да? Назад, все. Ну ладно, насрать, я не буду еще туда. Но он дошел до самого угла. Так иди, я тебя бахну. Раньше у нас отцеплялся раньше. У меня получилось гварда приводить до церкви Герана от нижнего входа, то есть от воды от самой. Жесть. А, кстати, а собаку пофиксили в той? Нет, ну, вроде нет. Нет, нормально, да? Ну, Халя-то я видел, то, что шлялась. А, ну, нормально. Талики жалко. Талики жалко, да. Хотя мы их, ну, в принципе, раз юзали полноценно. Чтобы втроем зачистить какие-нибудь мосты ДВ. Ну, придумаем что-нибудь еще. Ну вот, Шикину как бы говорим, а он. Да, ребята, это не важно вообще, ни зачем оно мне надо. Здорово, кубаноид. А что, я тебе рожу, что ли, этого БД или что? Рожай, тушься. Или я попаду в эту, в ТС-ку РМТшников? У РМТшников нету такого. Скоро будет. Скорее у РО появится. Ой, я думаю вообще взять пока 58-го там или 60-го. А потом, когда уже что-то присмотрим, что-то появится, продать его. И уже взять достойного. По-моему, лучше так. Мы еще полгода будем ждать, пока БД появится такого уровня на рынке. Ну, учитывая пердеж Шикина, то да, наверное, да. Давайте справа глянем, что там есть. О, Тримхантер. Француз. С монеткой, Пидер, подготовился. А хотя вон там, Гул'дан Чорн. Убегает от нас дико. Ого, они фармят там. Откуда Хекс? А, да, да. Кубик нормальная тема. Ну, тут миллионер какой-то качается. Два мага. Блин, объяснил бы я еще людям то, что... Боже, я такой гений. Джон Сноу, здорово, привет. Здорово. Цель.
каким счетом? Смотри, он этот. В игре где? Дедлайн зашел. Хочет что, как двигаться будем? Через ящеров я пробежался. Ой, что-то на меня прям депрессия накатывает, когда я вижу этих ящеров. Ладно, ладно, давайте. Ну погнали, ну, через ящер. Не расслаблялись. Можно, можно на всех уровнях контролить. Конечно, конечно, все. Я вообще сегодня сидел, знаешь, где? В ЗЛ. Да. В ЗЛ у нас есть другие машины. Не, ну помнишь, я вот так... кабан грязь творит вообще. Ясно. Там они... Да. Там в группе скринчик есть. Помнишь, когда за этим хавком охотился? Угу. Вот, я он там оставился, не зашел. Смотри, бабчик висит. Подождите, я вас лагаю? Да нет. Нет. То что-то Шикин угукает, а я не слышу, что с ним кто-то общался. А где вообще Шикин? Блять, а угадай, где я могу быть, если вы на петах ускакали. Давайте подождем. Да не, не надо, вы че. Ребятки бегают. Привет, бегузер, здоров. А он тебя, кстати, вчера просил перед передать, я забыл. В игре. Кто? Ну вот этот бегузер. А. Привет, говорит, передай Дорвиту от меня. О, Олд Васян, это стример. Стример? Да. Да. Жесть. Месяца два назад уже стримил. Что-то немного накачал за это время. Бля, чё ящеры-то пустые? Чё вообще происходит с сервером? Ой, я думал, можно хотя бы нахуй. Объясни, меня пара... Погнали. Моему гному есть чего. Вы бегите, бегите. Какой-то мажор качает. Вот и все. Изи материал мифриловой туники. Оп, скрафтишь потом. Туники, то есть. Ходить в туники будешь круто. Задержка стоит, да. Контрафакт. Монета. Максон к нам присоединиться не хочет, он зашел вроде как в игру. Ну если захочет, напишет, что он. О, Максон. Здорово, тест Вен, здорово. Максон, Макс. Да я понял. Блин, 10 минут еще есть. Ради. Блин, все равно ребафтс придется. Можно в ЕВ забежать на этом батле. Ну так нужно всем еще в ЕВ попасть. Ну, посмотрим, если. Да не, пойдем в Лезеркаут. Ну сейчас смотри, из-под огонь народ шпанули, они в ЕВ тоже пришли. Ну не знаю, не заметил, чтобы там народу больше стало. Так, все, веду ПП. Куда-то народ пошел.
меня Шиллинг. Ну, судя видел, там Чубака даже играет. Да это окна. Гека умирает. Да, здесь тут рань зайти. Да это Дилвиш, Дилвиш окна заводит на Закин, чтобы дроп подбирать. А, точно. Я уже давно эту мысль генерировал, что у кого куча денег, он может 5000 окон просто завести и все, и оккупировать сервер. Какой-нибудь рыбак. Не, не рыбак, просто а рыбак. Какой-нибудь брудер. Или миллионер еще какой-нибудь. Брудер. Блин, я в ЕВ. Вы не хотите точно в ЕВ? Нет, мы не хотим в ЕВ. Сейчас бы вот вчетвером полетели бы за Шейкином. Ю-ху! Потому что вот он в ЕВ улетел. Такой ты урод, боже. Эгоист, Сан. Заткнись, ебать. Стрим придется, лол. Не надо так сказать. У тебя интернет, наверное, просто говно. Рокфеллер. Рок-равлер. У тебя интернет говно, поэтому придет, наверное. В этот Макс написал в скайпе. Нормально. Не, ну фотка топовая. Только правда, Мэтт, широкий. В смысле. Короче, человек, который делал это. Ладно. Ну, из тага, который начинается на. Ну, вот это, да? Да. Слышь, я не знаю, что за рэп, но у меня почему-то у тебя маны вообще не отшикали. Да на салфах побегает. Блять, не бафы, вот мне не бафы, это МДС. Ты урод вообще. Дек. Я не пойму, как так получилось. Хватает же на четверых обычно. ЦК, не бафы, МДФ и бег. Ну бег, да, МДФ я забываю, не бафы. Оп, ща побегаем. Так, что там не бафнул-то? А, то есть ты забил, да? Ну ладно. Тупо мясо. Погнали, хули, пока 8 минут. Тут говорят, хорошая компания. В Круму сходите, там пизда, говорят. Окей, обязательно. Давно в Круме не были. Я уже забыл, как она выглядит, кстати. Так давно не были. Вот я ГЦ помню, а вот Крума что-то не очень. Слышите, короче, говорят, этот Зацепас из Forgotten Temple перебрался в Круму. Он, короче, думает, что это ГЦ. Да, 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 я видел. Говорит, агрейд спойлер. Куски агрейда там спойлер, да. Говорит, шанс хороший. И этих ну гигантов он там убивает, вот этих каменных гигантов. Смотрите, там этот водопада справа какой-то качается. А, да, их надо тоже вычищать отсюда. Зацепас примерно вот так выглядит. Ты в курсе, Шикин? Как? Вот он играет за маленького гнома, на самом деле он такой здоровый паренек. Куда мы идем? В лес зеркал. Там Protected Tier 78. Убьем его. А ник? Дэг. Дэг. Он хорошо мне с думов тащил-то. Надо, кстати, макрос на него написать. Какой ник? Дэг, сейчас напишу. Ну, типа Даг. Типа Даг, да. А, Дэг. Впервые такого вижу. 78-й, чё? 78-й. ИСО. Мы один раз его убили, а второй раз он нас так сюданул. Мы не будем покупать Морролл трофи. Он слишком, блядь, охуевшие деньги просит за него. Да он уж 100 лет как продал Морролл. Он не стоит 40 тысяч рублей. Точно. Он продал за 4 тысячи, что ли.
Он за него 40 хотел. С подпиской. А продал за 4. С подпиской. С подпиской. На, по-моему, месяца 4. Привова, Нагрин, здоров. Подписка, она вообще не учитывается, в принципе. Ну, как сказать? Евреи всякие. Да, учили. Норм, норм. Вон, а, не, ну, когда ты персонаж за косарь покупаешь, она нормальная. О, справа ты. Дурат спали. А, так это здоровый танк, я помню. Он под Адоном обычно ломаем. Стоит. Ломай ноги. Ломай ноги. Сейчас бы КХП пожрать. Не дорос еще, чтоб протести. Почему 3 дня флюгер? Я позавчера стримил. Я только вчера не стримил. Опа, дарк. Лол, шестой этой бриги. Мне бы лучше продал. А, боже, я думал, ты ешь, короче. А на сервере есть еще восьмой сет? А, мы что, да? Кастет за нами. Понял, понял. Блин, я только уходить хотел. Ну, не повезло. Мне нравится его ник. XXX, носок судьбы, XXX. Бля, круто. Серьезно? Так, надо Буча найти, Буча наказать. Бафни, это хиравы. Вот это ты мне задачу, конечно, сделал. Но это сложно, согласен. У тебя фулл МП регенится к началу бафа? Да. А, ну бафы тогда. О, слева, смотрите, стоят, ребят. Дейл. Не знаю, ребят, у меня вроде игра не лагает. Вроде все норм. О, я тут уже просел. Быстрорез. Бля, я с Бонни поржал, то, что она там кричала. Вот L2FR, урод, убейте его. Захожу к L2FR как-то, ну, просто пообщаться. И смотрю, кто там модер, угадайте. Чё? Модер. Да. А там маг качает. Слева, слева. Какой лол. Маг. Разведка. Полика, что ли? Особо не тратьте ману, сейчас она нам пригодится. Ах, ёб застанет, я не догоню. Хотя... Погодите-ка. Понятно. Так, а мы где все? Здесь, здесь. Давайте, не растягивайтесь, все собрались. Помочь убить? Да чё его убивать, он отстанет. Пошли, если просто. Если я не сдох, не если я не сдох. Да раньше. Не сдох. Банки хавай. Давайте я буду звезды давать еще. Я опасный, ребята. Макс, красный. Ай, пушку надо у него забрать. Ну-ка, чего? Подождите, не трогайте, я сейчас его застаню. Давай, давай. Опа, все, не трогайте, не трогайте. Убейте его, баф. Саппортом убейте. Саппортом убейте.
Я упадет. Эх, крыса. Я видел, он на одном хп улетел, кстати. А подождите, у моста на... Да, да, конечно. 10 секунд, я себе ребаф на НДФ и ПДФ. Кстати, под это нам можно было бы мобов набить бежит, для бафа 20 минут. Бежит. Опа! Кто? Мустафас. Ой-ой-ой. Жесть. Так, стоп. Еле Вайт, убили. Здесь, блядь, а нет. Я показывал, здесь бывает, это, блядь, какой-то петушок заныкался. Лол, как ты его перепутал с Вайтом? Не знаю. Но у него... Ну что, пошли? Похоже, ник просто. Смотри, там осторожно тоже. Хавчики. Черный. Ешка, по-моему, тут. И две ешки тут. Одна у меня в ассисте. Соло ешка. Подождите. Папа Берда, никуда я не ухожу. Нормально все. Какой-то ник был у ешки. Соло и е. Смотри, там внизу чувак. Ничего не напоминает? Да не. Забей. Во, пакать Хуану. А, мы с Задорой там пошли все. Мы на другой пак переключились. А, понял. Бля, да ладно, тупо на Ешку стан не прошел. Пошли назад, ладно. Да, давайте там еще один пак. Ёпта. Чё-то Нику ПП знакомый какой-то. Queen of Light — это была ППшка Саш 313, но это не она, если ты об этом. Окей. Подожди, не убивать, а там соски, может быть, бесплатные какие-то. Кстати. Не, по 15. Для своих продавать по такой цене, ты чё, тварь? Морда еврейская. Боже, еле бегу. Почему? А внизу, смотрите, чувак... ребят. Внизу пак, смотри какой. Дор. Погнали, где? Сзади, влево. Влево, туда, сзади. Не, почему мне падает? Какой-то 40-й чувак пишет в ПМ, помоги в развитии. В умственном развитии помочь. Могу тебе рассказать. Это вряд ли Шикин сможет. Не, смотри, вон там. Дор. Я смогу помочь в умственном развитии. Вон, смотри, впереди. Эх, Джереми Реда, да, были времена. Не прыгайте за ним, на. Ох. Вон они, ребят, смотри. Го. Блять, ну что ж, на меня-то все мобы сагрились, ну. Ну что, давайте, ребят, кого тут бить? Да просто гаси всех, ты еще, что тут думать. У меня Ешка в ассисте. Два пака так-то. Ешка в ассисте. Угу. Давай, нет. В одном рипнуться хочет. Ах, козел какой. Боже, каким образом у меня закончились соски, пацаны? Нужна ваша помощь. Сейчас бы не отъехать.
Слушайте, вы не против? Я тут побегаю немножко. Как относитесь к этому? Чего? Я побегаю от мопчиков немножко. Это нормально, бегать. О, шаманчиков, вот-вот-вот. Вот это, за это спасибо. Видать, у меня давно соски закончились. Чай тебе скину. Потому что мне пишут 62 соски. Это поднимай. Было 5 минут назад. Поднимай рядом со мной. Чего? Да, мне уже дали, спасибо. Да, так-то у меня 30 тысяч висело на ПП еще. У тебя боже, эти, блин, соски еще ты должен был принять, кстати. Не принял. Как же могу больно-то бьют? Пати, вы до сих пор их бьете? Да, этих воинов пофиксили вечером. Этих вождей. Тупо расстрел, блин. Я думал, там пак стоит. Деремся. Ну, тупо окна. Второй чувак пишет, ПМ 20, брат, помоги. А, норм, наверное, без ВВ бегать. Да, прикольная тема. Я думаю, что-то не так. Без сосок, без ВВ. Топовый, топовый контент. Что за трек, привет? Дав, здорово. Да, я не знаю, что за трек. Спасибо, Бегузер. Да, лук продали плюс 10 за 160 лямов. А куда побежали? Там сзади еще были. Три назад. Да. За 160 я его продал? Да. Бля. Чё? Я думал, за 165. Смотри, смотри, ФП. Опа. 165-160, есть разница, что ли, большая? Ну, мне на следующий день написали, за 170 хотели купить. Да? Ну, да. Все уже. Ну да. Я так замучился его продавать месяц. Да пофиг, продали, продали, конечно. Да, 10 лямов, ладно. Давайте уже, может быть, мобов скинем? Давайте-ка уже куда-нибудь пойдем отсюда, баф кончается. А, ну блин, там вон еще стоят, хотят. Металка не кидают, раньше не кидали вроде. Кто? Ну, мобы. В смысле, не кидали, дальнюю, не так, дальнюю не плюху кидали? Ой, это поклонник с маски, но у него саппорты голые. Да, нормальная тема. А, так мы же с ними воевали как-то. А, да, вот это помнишь? Макпак. Да, было дело. Блядь, ни бинды не работают, ни хера, что-то так бесит. Так, КДЛ. КДЛ Васильевич. Короче, ладно, приведу я своего ПП лучше. Ну зачем, сейчас с блесом П будет на все хватать. Так, давайте-ка в Колизей теперь пойдем. О, впереди еще, ребятки. Яшеры раньше была населенная локация, а теперь вообще не протолкнуться. Еще дальше. А, это Дорвит. Да, я еще вообще... Я ненавижу в чате запрет писать. Как это отвлекает? Вот там кто-то есть, пойдем, нет? Пойдем, конечно. Вот там это где, блять, говори. Слева? Слева, слева там. Пойдем, пойдем, уйдем в Колизей вообще. Я вот тут, я когда говорю вот там, значит в Колизей я... Колизей сказали, Шикин. Сука, бесишь. Мы еще вверх. Когда я говорю вот там, это значит там, куда я бегу. Ну что, там есть там? Да все уже насрать. Ребята, вот там вот в меня стреляют, а вот у меня там туда-то лук полетел-то. Заебись. Ебать, что это нахуй? Меня выбили сейчас ППшку, пишет нулевой левел, и я в воде лежу. Что это? Пиздец. Сейчас я принтскрин даже сделаю.
Ой, не приведу, норм. Ну это. Официальный шар. Шикин, когда ты себе оленя купишь, что ты пешком бегаешь? В смысле оленя куплю? Ну, купи оленя себе. Этого, что ли, как его? Динозавра? За донат, который, за донат. Да, вот когда-нибудь куплю. Страйдера, да, надо купить? Да, хоть кого. Дилда, блин, прям такой рейд топовый собирается, народ дохера. А надо делать дела и на улицу идти. У нас демократия. Погодите, а что, в смысле, чар готов? Дилда на каком-то другом чаре? Ну, он для ПК готовил этого, у него, да. Своего? Да. 50... Для тюрьмы или... Тюрьмы. Дайте Дилде платье, зачем? Покажешь. В игру зашел. Давай дадим. Как сильно загонится теперь? Зачем действительно? Ух ты, смотри, впереди, ребят, впереди там какие-то серьезные парники стоят. Да какая разница, мы все равно здесь стоим. Угол зайдите. Здорово. Привет, мы в Колизее. Дилда, у тебя загружен ППшка? Так, я сделал. У меня загружен. Здорово. Да. В Анхоле еще, Дилда. Да? Нет, мы уже на Колизее. В Колизее? Колизее? Угу. Мы сейчас лес почистили. Мы знаем, куда все нубы из-под Адена пошли. Они пошли в лес. Марси. Давай собьем от его. Вот он. Сейчас без бафа. Ну тогда я побежал. Ну вы же надолго там, да? Планировали ненадолго, но что-то я даже не знаю. Здорово, Роллинс. Да не, я точно ненадолго. Часок, наверное, максимум. Да, я тоже часок. Ну, я бы побегал еще, конечно. Сейчас я напишу человеку, который, блядь, выбил ПП, мразь. Боже. А какой-то другой человек выбил ПП? А ты в курсе, что в чате, что в этом сервере? Так что, пойдемте сегодня в тюрягу, я уже подготовился. Да вы достали, блин, я подготовился. Но вы же знаете, что 3 человека готовы. Зачем смысл говорить, пойдем, если ну, вы знаете, что нет чаров еще. Как 3 человека, я сейчас один только что ходил. Блин. Так вторая, ну, к вам Шикин, нужно приведи ПП. Организовываться теми, кто это, у кого готово, а у нас ни у кого не готово. Шейкин, приведи ПП, бафа не хватит. Я веду. Так и сказал бы. Ну, с Костяном пойдем тогда. Вдвоем. А, может еще Макс. Я думаю, что можно сходить, но осилить ли вы? Ну, я только что просто унизил Хавка под фулбафом с плюс 15 мимиков. Хорош. Я долго заходил, сдох, наверное, раз 20, но потом все равно всех убил. Вот. Норм, мне хватило. Маны хватит на всех. Можешь не вести ПП. Ну, воды не тогда оставлю. Вот что, блин, СМП животворящий делает. Мне какой-то 20-й пишет, куда пойти качаться на 20+, брат. Блин. Ну, под аденом можно. Да, зависит от того, какой у тебя саппорт есть и квип. В этот заброшенный лагерь, не знаю. Blazing Swamp неплохая, кстати, локация. Попробуй. Да, пусть БС попробует. Blazing Swamp тупой из адена. Оп, лока.
Там дроп, кстати, хороший для 20 левела будет. Иди, иди. Не пожалеешь, мне кажется. Так, погнали. Эмили, ты где? Кастет. Кастет отходил? Кастет АФК, походу. Ёпта. Ну, пускай догоняет. Да не, по-хорошему, кастет нужен, если ты хочешь сюда. Согласен. Ничего, ничего, нормально. Кастет, машина дикая. Здорово, Пашан, круто, круто. Бля, давайте дождемся все-таки. Ну а ну, уже он здесь. Ушел? Может, он, наверное, весь день ушел. Сколько ждать? В смысле, не ушел? Он же даже не сказал что-то ничего. Да вот он. Во-во-во, кастет вроде пробивается. Алло, раскидал там хейтеров? Хейтеры, наверное. Пустее еще какая-то локация теперь. Хейтеры в дверь пришли стучаться. А че, убежали уже все, да? Да, а, мы в сторону ФП беги. На ФП, холл. В ФП беги к нам. В самую задницу кишки. Задницу кишки. Ну, ты понял. В самую задницу кишки. Да. Yeah. А что с сервером еще происходит? Народу нет. Вообще да нигде никого нет. Ага, 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 ага. Стоп. Так, так, так. Тут РМТ. Блять, давайте дождемся. Будем их бить? Сколько? Я не вижу никого. Я вижу только мага и шика ворона. Ворона, ёпта, ты чё? Блять, да нет, конечно, сваливаем. А, ну да. А, ну да, точно, блять, ворона, профи шика. Ворона, нормально. 77-й. Тем более это глум, не трогаем. А, это глум, да? Ну, нет, конкретно на этих чарах нет, не глум. Пожалели ворону. Если бы не глум, то... Учитывая то, что он распечатал там все закины из подарочков, да? Да. Пощадили Сунка. Да ладно, ворона, добрячок. Он бы нас не тронул. Угу. Он бы посмеялся и... А чё мы не деремся с вороной? Давайте бить ворону. И все БСО, и я один лежу, блядь. Да, ничего, что его тогда не было видно вообще, этого ворона. Не, видно было, я сказал. В смысле не было видно? Я говорю, ребята, там ворона, берз... блять. Угу. Люблю, когда ты рулишь движухой всей. Я рулю? Чего я вообще молчал. Пропустили? Бля, сейчас бы припиздеться тут в свою пользу. Панкир качает. Упал и упал, боже, блядь, с кем не бывает-то. Какой-то нытик, конечно, я ебал. Вообще пустая локация, что за херня? Нет, тир качается там наверху, ребят. А да это да, найдем сейчас вот. Двигайся к нам. Давай к нам, да. Я далее. Мимо тир же, я не буду на тир один налетать. Не надо ни в коем случае. Сядь на маунт. Ой, хорошо. Фера только надо пропустить, пиздец как. Дилда кто-то там уже хуячит. Он воюет. Дилда зверь. Дилда воин. Че, может быть по 30 мобов набьем? Возьмем баф. Крутой. Кстати. Че-то ты как-то вообще не туда. На тира, да, почему?
Я что-то вообще как... заблудил. Нет, ебать, Эмили, ты где вообще? Я один на тир побегу, что ли? Это, кстати, о, спот ТП, в ТП ГЦ. Это ТП на ГЦ. Отсюда, да, лучше съебать. Давайте по центральной пробежим. Дилда, живи, живи, родненький Игорёк. Палилки, палилочки. А чё у этих магов? Не закончится. Мы вообще там, где ты сейчас находишься, как нет. Как вообще ПК что не было? Ну вот там ворона. Тебе сейчас ворона? Боев над кишкой, кстати, Мрак, пойдём. Это ворона? Нет. Ворона РМТ. Ворона это шок. Ворона. И ник у него ворона, да? Мы сейчас над кишкой Мордора бежим. Со стороны ближе к центру, которая. Мне казалось, это кишка Смазкина. Смотри, какая здоровая. Ха. Кто он такой, чтобы в честь него кишку называть? А вижу. О, ты уже за гномиком разбираешься. Танк. Ребята, а у танка будет бить, да? Да ты иди к нам, сейчас разберемся. О, Флюгер прикольно замутил. Чат. Ой, а что это, буква М? Да. В самом браузере по-другому выглядит эта картинка, чем... Давайте встретим Эмилю. А, все, сзади. Нормально. Так тут же пусто, по кишке. Мы же сверху проходили. Да? Ну вот. Вообще пустая локация, что, блин, за фигня? Пошли там. Ну, сверху да? Топ-спот, там где можно покажешь, посмотреть. Где вообще покажешь теперь? Ну, идем лес. типа топ-спот смотреть ФБ. Куда, Дэну можно сейчас посмотреть что-то. Идемте по там, да. Со мной это, с машиной дикой. Вон танк прям вообще стоит. Ассист дай? Да. Естественно хуярим, это вар. Не, ну вот побежали. Мы с другой стороны же пришли. И слева тир там качался. Давай там тира убьем. У вас агатионы есть? Юзайте их. Не забывайте, а то я что-то не всегда юзаю. Вон, идите тир. Ассист. Блин, ну что такое, а? Вангуешь, что он какой-нибудь 60+. Блин. Там фокусник. В пизду. Просто в пизду. Все, гоу подадан. И подадан. О! Ну и уныние, конечно. Что-то у Дилда там вообще какой-то экшен происходит дикий. А он где там вообще? Может, третьим его? Теперь я понимаю, почему он не хочет один бегать. Ну, добегать, в смысле, до нас. Здорово, Баксон. Чё-то эти Идём. Банки ни хрена не восстанавливают ману. Ну, вообще да никак, он, да? Где-то 30 маны тебе восстановило, по-моему. Не, ну там что-то... Чего? Ну, что-то около того, вроде. Вы про эти, про... которые за награды? Да. А, хз. Элики до хрена должны останавливаться, но как минимум пить хатку. По ХП 50. Не, ХП они нормально регенят. Ты пидор. Веру убивай. Спасибо, Тейлер. Ебей гусей. А где Дор? Я что-то не помню, вы где есть. На дороге. Блять, что? Вот, мы все... А, нет, секундочку. Вон он, Дор, он впереди. Мы когда были в пятером, там что ли, когда Пупин был, Макс были... По-моему, нормальная была организация. Что с вами не сейчас происходит? Ну, что-то бегали. Блять, в трех соснах два человека потерялось. Просто все молчат, просто ничего не говорят. Да, да, это раздражает, пиздец. Как сижу, как на иголках.
гномы хотя... зиму уже поздеть. Не-не-не, сейчас мы его грохнем. Тут давай, пишет, если они убьют ворону, то по 30 кососок сольют. Вот это верно. 30 этот... Подождите, он только... Это он же только что улетел. Вот ваш гном. Это гном, которому ФП отправили на басу. А, кстати, мы его минуту назад же оттуда отправили. Да. В кишке с Маскиной. Подождите, а если здесь поубивать мобов? А пойдет квест? Мне с Мишки пойдет квест. Мишки. Мишка большой. Не стреляй, Шикин. Сейчас я Мишку убью. Где там это? Дракон как-то летел. Он летит за нами уже хер знает сколько, потому что Марти догадался его постучать еще по пути. О, гном. А, надо Е что-то. Дайте стан ему, дайте стан. Е. Все, блин. Поздно. Так, он мне идет задание-то? А, идет, да. Смешк мне идет задание. А чё за квест? А, если слева, ну, ребят, качается он. Смотри. Ой, это же стел, блядь. Стел все равно на шилем идет. О, ребят. Стрелка, давай сменим. В кустах. Асис, да. Дикий глад. Ой, так это израильзовский. Стан ему, дайте стан, блядь. Ебать тебя, пацаны. Е прожимай сразу. Ну бля, нахуя ты улетел? Ну ёпта, все, не пизда. Я чё-то обосрался. Да я сейчас рядом, я рядом появился. Я многие сломал. Сломал ему ноги, да? Да. Сейчас Шикину хуй сломают. Лол. Спасибо, ребят, что забили стан ему. ХП жрёт. Пошёл нахуй сюда. Всё, готовчик. Прогнали мы. Ну-ка, сколько маны устанавливаем, блин. Мало, по полтинничку где-то. Да, 50 маны ровно. 8 секунд отката. Бля, он в 6-м БВ был, говно. А? Не, знаете, да, 6-й БВ был. Вроде бы 50 тоже... маны мало, но это тоже, кстати, здорово, да. Блин. Как устать. А вот так, прикиньте, встретили бы его в прошлой обнове, бьем, такие, о, жесткий класс, жесткий, даже не узнали бы, что он 6-м было был. Ну да. Ну-ка, а это много изменило пройдет, бы. Ну, типа так, хотя бы знаешь. Можешь оценивать свои силы, силы противника. Хотя, конечно, мне освещение это, честно говоря, не нравится. Ну ты помнишь, когда мы убивали челика с Таликом Дерзостью? Значит, глаз убил. Пятым, каким там, я не помню. Глада. 50 плюс, который? Как бы... Не, вот с этим не идет уже. Только с Мишкой идет. Тебе не идет, там идет вроде. Ну, у меня влево. Они на мне синющие. Друг так вообще белый, наверное. У меня 9 мобов уже. А справа качается, ребята, что, не видели? Нет, не видели. Алло, до, там это... Вон там. Блин, тут целый трейн был. Релогнулся, может быть, я тоже видел. Да, толпа такая нехилая. Фантомы, скорее всего. Не-не. Бля, ну, они это... наверняка пробегали просто куда-то. Чат ответит на вопрос, где, блядь, все люди, если онлайн 6500? Да, непонятно. Мэтглум, прекрати писать с твинков мне. Хватит. Чё пишет? Кстати, кто не в курсе, Александр Мэтглум ищет себе парня. Если вы, значит, красивый... Он, кстати, ищет, да, парня себе не больше 40 килограмм. Бля, не больше 40 лет, я думал, что скажешь. О, тиран. Не больше 40 килограмм и больше 40 лет, чтобы был. А почему такие требования? Как он говорил. Хав, ребят, хав. Где? Вон, давай. О, все. Блин, вот убегает от меня. За нами хуевы глаза эти. Угу. За ними тоже, кстати. Бля, как бы они нас не привели к этим, не привели к каким-то там своим сопартийцам. Блять, я накачу. Сокрыт кастетами, кстати. Ой, это эти, вон Рокки. Да-да, ассист по этому, по хавку даю. Опа! Бинты выпали, бинты, пацаны, изи бинты. Всё. Давайте Назар раз.
Бля, за мной столько глаз бежит. Убивайте их. Ну, постреливай. А по ассисту лучше их носить. Чай мобов набьем заодно. Ну, если вы будете выставлять этим вот так вот, то... Конечно, по ассисту надо бить. Бля. Нихуя себе он мне дамажит. Да, бафа, где ты, говно? Бафа 3 минуты. Здорово, Баксон, здорово. О, 18 мобов уже. Не что один. За квест вы делаете? В ежедневное задание. На 20-минутную Вику. Да. Серьезно? Да. Угу. За 30 мобов дают хуйнюшку такую. Вот мне за Мишку дадут, не бить Мишку, я сам его убью. А, или дают в пати? Нет. Нет. Сейчас там Мишку убью. Да забей, ты что за ним бегать? Ты будешь 30 штук убить? Не-не-не, ну просто мимо пробегаю. Мы туда не идем, куда ты бежал? Или идем? Тут просят. Идем. Кстати, Кастет, тебе нормально орков, наверное, было бы фармить. Каких? Вот этих? Вот этих, да. Попробуй. Ну давайте пофармим, я хз. Да, можете качаться, займитесь. Нет, вот орков не идет, только с Мишкой. Странно. Учитывая то, что они мне зеленые. Что вы говорите, что в пасе не идет? Все идет. Глад идет, серьезный. Опять глад идет, блин, у меня мана нет. Только не улетайте, давайте. Бей, он нас не видит. Нет, он нас не видит. Я думал, то же самое. Блять, я думаю, что за кал? Че я ничего не вижу? С этой обновой я настройки не поменял. Вообще ничего не вижу. Что-то он передумал, по-моему, когда увидел сколько. Да, это зря. Замедление лучше. У него ЛХ. ЛХ замедлялся тоже не работает. ЛХ, БВ, кайф. Ноги ломаем. Не, никак. ЛХ. Урод. Ага. Вот, блять, умный такой. Инвалидов бить. Вот они. Урод. Уах, как они там. Уан. Это глота. Слабеньких только могут. Манс летает. Да, баф. Тупо инвалидов на коляске. Тупо нет. Ну баф. Повтори еще раз. Повтори. Инвалидов на коляске. Кого? Инвалидов. О, ребята еще стоят, смотри. Ли, это лист, блин. Он сюда пришел. Тут. О, натуре. Кто это? Сдували его. Ну крутой. С перилом же. Ре-баф. Мастер быстрый. Я уже это в Колизее. Ништяк. Значит, идем в Колизей. Мы можем забежать. Колизей, да. Колизей, да. Вы на пэтов садитесь, а я банки сверхскорости сейчас проюзаю. Ладно, зачем? Папки не проблема. Ну ладно. ВТБ, брига вверх, плюс 6. Кто продает? Тебя ворона зарехвостила. Спасибо, а почему людей стало меньше в два раза? Тот момент, когда тебя рехвостят РМТ. А рехвостят, это что значит? Ну, с своего канала пишет человек хвост, и когда заходит на его канал, переходят на твой. Ага, прикольно. Не, флюгер, дешевле 40, такая БСОЯ уже давно нет. Очень изредка, может, там подъехать. Ебать, 115 человек, вот это да, смотри, теперь почувствовал рехвост. Спасибо смотри, тебе, вороны. Там этот, бегут и травмы, и еще из райзок. Очень аккуратно. Где? Это за нами. Дорф, нужно куда-то регрупнуться в другую сторону. Там райзы к нам будут бежать, 77 плюс глад и прочее. Тогда к нижнему выходу идем. Да, Дилда, давай как-нибудь там... Может быть, обежим с другой стороны конец. Вот нет. Там, где у вас ППшки, тот вход, они только что выбежали с того входа. Ну понял, да. Так они с другой стороны побежали. Давайте забежим, стой. Да, вот. За Дорвом побежали.
Убежали. Шикин, как ты там? Ну, догоняю, чё. Молодец. Я отправляюсь. Садитесь на коней, банки сверхскорости. Да, я справляюсь, все хорошо делаю. Шикин, ты спеешь песню в МРТ? Так что это здесь происходит? Что это такое? Сегодня РМТ идут на Аден. МРТ, то есть, сори. И во главе гексоген. О-о-о. Так, а вы где, нет, собственно? Нет, там не так пелось, да? А, все. ПВП переливает крыса. Чётко вы. Смотрите, рыбаки, ёпта. Алло. Где-где? Нифига себе. Чё, где? Вы охренели, что ли? Чё, по-моему? Ну, там меньше лагает, это они не глупо делают. Лагов меньше же. Ты это Фишеру скажи. Про меньше лагов рыбачить хорошо. Он, я слышал, по даду нам нормально рыбачит. Сами крысы. А зачем им рыбачить? Они по миллиарду опыта в день на райдбоссах фармят. Да нету боссов уже. В смысле, их ввели, фикс сделали, они, их теперь нельзя уводить. Их добавили снова. А, то есть дают столько же эксп? Да. Там ТЦ вроде пофиксили. Пофиксили то, что ну, их нельзя уводить. Нельзя уводить и ТЦ вроде как. Так, сейчас, когда будем репортаться, я быстро есть дешевле игрока, это чё? Ну, зато сейчас появится чара 80 плюсом зато. Ну хер знает, ты заявил сколько опыта? Ну, насчёт 80 плюс ты, наверное, жестишь. Мне кажется, ну, они на 100 кончены, на 70... чтобы бустить определенность людей до 80-го. Ну, на 77-м... Здорово, Ванаби, здорово. И этот, на форуме пишут, что 77 по 78 они качали 4 месяца. 4 Подожди, месяца. Сколько, 100... Сколько лям за день они нафармили? Вот в тот топовый день. Каждый миллиард нафармил почти. Подожди, подожди. Ну там с одного босса 250 лямов вроде идет опыта под фулл за юзом. Что значит каждый? Так, Дилда, иди. Вся фулка получает жопу. Угу. Палилка. Так, я пока бинды поменяю. Дилда, на другую подожди сторону иди. В каком смысле? То есть... А, окей. 50 так, ману устанавливает синяя бутылка, вообще кал. Просто кал. Да, так что можешь не жалеть о том, что ты не взял её. А чё ты не ешь, как ты улетаешь? А я, чтобы быстрее это, прибежать. Она ж появляется на другой стороне. А. Чё, вести ПП, нет? Да, веди. А зачем? У нас есть ИСК. Окей, ладно, не надо. А уже поздно. Так. О, сколько стоит, чтобы не покашляли, Рок-Валер? 9 лямов в месяц одно окно. Жесть. Много. Где это, методы я бафаю, так что не бафаю. Не надо. Ты что, если хочешь, сынок, чтобы мы тебя не убивали в игре? 9к за одно окно мне на почту. Мне ГМ только. Кверти, возможно, потому что это твоя фантазия. Боже. Дилди этот, ГМ тоже и плесом. Чё, Дилду не бафать? ГМ и блесы. И хаст еще. Потому что мне хаст не баф. Я все бафнул. Так, мне надо сейчас скинуть, сейчас я скину себе эти стрелы, шоты. Банки. Так, давайте в скайп напишу. Давай. Чё напишешь? Ой, чё напишу сейчас, ты посмотри. А вслух читать, да? Да, да. Как план? Нормально.
Можно. Тут все равно эти разы бегают. Блять, об этом я и так могу. Не говорим, пожалуйста. Фу, господи, а выходили наоборот, в долину Нистовства, вот этот, на фавну ходили? Нет. Да, ходили. Не, на фавну потом погнали. Гном. На фавну тогда сейчас пойдем. Ник такой, как будто Шикин создавал, правда? Ну, у нас сегодня прям собралось так пупено, сраться не хватает. Да. Гилда, расскажи какую-нибудь историю. Ты больше у людей обувь не воруешь? Я же не Comedy Club, я не могу так это на заказ показывать. Если бы я мог, я бы в Comedy Club выступал бы уже. Никто ж не говорит то, что... Блин, сегодня какая-то в скайпе крутая история была с утра. Я еще подумал, вот если бы на стриме рассказал, было бы охуенно. Какая история с утра? Я не помню, там не история была, какой-то момент из жизни. Я свалился, правда. Мог что угодно сказать. Надо этот, мы должны защищать топовые споты под это, там где скелеты и эти крысы ебаные под Эденом. Потому что с них пачка. И там всегда на каждом споте есть пачка этих паровозов, гном, плюс БД, СВС, ВАРК, ПП, ЕЕ, у него ШЕ, блять, их там по 10 человек бегает вот ну, так. Парочку шуганули потому... мы и все. А? Парочку шуганули и все. Там не было такого прям это. Ну вчера вечером было пиздец, прям весь спот, каждый спот занят, блять, и на каждом паровоз бегает. Давайте, если на первом не будет много людей, во вторую луку, в которую написал, забежим. Ну, давай. О, видишь, это какой-то... Так, надо... У меня Фантомас здесь... А, вот он, ассист. О, ВВП, это ж ДВП, можно сказать. Да? Почти ДВП. Он рассказывал, что у него первый ник был ВВП. Кстати, это очень больно, когда здесь убивают, потому что с мобов настолько мало стало опыта падать, что я не знаю даже зачем тут качаться. Так, по-моему, идентичное количество опыта, сколько и было, но только мобы стали жирнее. Меньше? Порезали опыт. Да говорю, тут Тима тут был про Закина, эти только хихихаха, а самые нормальные темы не проверили. Про Закина? Палец-то. Ну вот эти, да. Про Закина? Мало. Ну это ж этот мистер. Нет, вот эти. Справа, смотрите, справа, ребят, вон. Или может он специально так сделал. О, смотри, что он пвпшится решит. А ну, не убить. Вот серьезный воин. Сейчас это, стуна мне. Да стуна сейчас вообще не проходит. А, нормально. О, видишь? О, что-то горячат. Унизили вообще, блин. О, еще один. О, он убил этого. Кстати, с этих ЛС падают, надо убить. У меня красный, он я сейчас забил. Сванроков. Это те, типа те ЛС, которые я в конфу скинул сегодня. А я не знаю, вообще есть ли хоть один скилл. Но они продаются по 10-5 для мох. Нет, ты понял про что? Про вот этот 30% там МД? Ну это вряд ли. Да бред это. Я понимаю, если бы подобный Талик дерзости давал. Ну, он что-то так, подобное и дает. Прикол в том, что он здорово, не дает меньше. Он дает... Нет, все, ты взял. Я все норм. Прикол в том, что он дает меньше. Это с мейна, видимо. С мейна я... Талик дерзости, да. Да, да это L2, он там любит, блядь, 85-й сеты там. На Гохе на эту тему. Там и адреналин прокачивает нормально на L2, не так. Ага. Слышь, Дилда, у тебя спрашивают, а существует ли НЛО? Другие иноземные планеты с живыми существами. Игнорирую этих кабачков, блядь. Ну, всех обиженных, которых я унизил. В смысле, при чём здесь это зритель просто ну, потому что приходят, это потом начинают писать всякую хуйню, блядь. По-моему, нормальный вопрос. Тервелат — это зритель постоянный. Тервелат, да, нормальный зритель. А, это не стример, блядь, только? Это мясной, типа, не овощ какой-то. Это не кабачок. Ну, этот, я помню, что тренер у нас говорил, что есть. Он каждый день смотрит в 3 часа ночи фильмы про НЛО.
говорю, есть у него. Ага. Я ему верю. Так. Неплохо. А давайте там, что, слева начнем? Влево, да. А мы так-то вообще Стелла не трогаем. Прямо запекаешь. Так, стоп. Блин. Надо всем... Челлендж дабл кинул. Толпой прям. И чтобы они испугались и убежали все. Давай, Бигузер, давай, удачи. Вот они, все, ребята. Все вместе... Блин, меня мог убить. Ешка. Забегай за угол, маба. Ешка легла. Это балбес, они опять не живые, все стоят на маках. Да, обычно расстреливаем. Зря добили этого синей пушкой человека. Дальше тут. Так, здесь Ван Рок один. Конь какой-то бегает. ППшка, БД. Ван Рок. О, бежит жир. Ух ты. Я ой, понял. Как так, хайд не прошел. Да не, все на макросе. Да, они, по-моему, да, не живые. Были бы живые, мне кажется, они могли бы меня переехать еще ко всему. Че, go в last комнату? Там еще одна комната есть, но не у нас моба. Они да, прячутся, уже релогаются. Имбошота надо убить. Давай. Ешка, ассист, ешка. Сопротивление, все, нормально. Вон, вон, они драться будут, ребят. Да, жесть. Пускай. Блин. Бля, ее мог этот моб добить. Никого там не бьют, мобы? Из них нет, меня все бьют. О, все, стан ему. Сейчас он упадет. Все, все, не бейте. Да, не бей, не бей. Ты это БД не бить? Материя. Нет, бьем БД. Демона, норм. Хоть что-то я сдал. Шикин, выходи из комнаты. Опа, ее посыпал моб, слышь. Круто. Давно хоть. Вот это мы вообще насобирали. О. Бля, ну... Там вот эта херня, когда падает, иногда кажется, что это шлем. А может такая это? Же. Пойдемте этот, наверное. Давайте второй. Пойдем на комбошоту, на второй. Только его надо этот, написать сразу на метарле. А то мы посыпемся как. Да, да. Чекать его, если зайдет, чтобы его убить быстро. Надо его палить. Тоже палилка валяется. По правую, по левую сторону пойдем. Направо. Направо пойдешь, имбошота найдешь. Че сегодня все какие-то мертвые? Че с вами не так? Нормально. Вчера же пятница была. Вчера суббота. Пятница, развратница. Как отдыхал, Дилда? Дилда, как пятницу провел? Пятницу? Хорошо, видимо, была пятница. Квартиру ходил, сдавал. По-моему, я уже не помню, я болел. Чарка. Болел. Кстати, ребята, вы в курсе то, что у Дилды неспроста такое прозвище Дилда? Это не просто. Он знает, как нужно отдыхать по выходным. А там кто-то есть. Был комплимент или нет? А я не понял. Пошел. Так. Где имбошот? Ассист. Убить его на. Имбошот. С даблов сразу сносим. О, все. Изи. Ассист по мне. Вот он ваш имбошот, вот он. Пора его на счетчик ставить. Так, там крыса какая-то. Вот, ничего, никого.
Напротив, вон. С другой стороны, ПР-ка стоит. Блин, сейчас я бы свой вылечу. Ну, потому что, блин. Какой? Ой, гонщик? Олег? О, Гуи за собой возьмем. Давай, убьем его. Сейчас я смогу, я как-то обошу. О, смотри, я пол хп моба сношу. Тебя сейчас моб этот убьет, которым ты снес. О, клинок секиры, погоди. 30 тысяч собираю. Это, по-моему, лучший дроп за сегодня. Я сейчас гончу, масуха и убьет. Давайте гончу убьем. Блин, а где выход-то тут вообще? А, вон. Заблудился. Слушай, я а почти... А че она не бежит за нами? Ну ладно, хрен с ней, короче. Забей. Может, пофиксили? Смотри, пофиксили ее. Кстати, возможно, возможно. Смотри, она обратно повернула. Не, ее просто бежит. Надо бить периодически, наверное, и агрить. Не, ну так часто, так часто не надо бить. Ты че? Не бежит он. Ну вон динозавр за мной летал вообще до так, Адена, конкретно да, гончу, конкретно гончу. А гончу разговор, да. И может быть других мобов каких-то. Ну да, я, кстати, об этом и говорю. А если, что... а если их так пофиксили? Я в сравнении говорю. Шутки. А, понятно, да-да. Мы можем тогда рыбачить спокойно, кстати. Ну, а там орки, думаю, может быть, орков не пофиксили, может быть только халит. У нас одинаковая задержка по амбиркаду, по идее, должна ну, быть. Да. Опа! О, смотри. Опа! Это же пошло трезвоться идет, слышите? Да-да-да-да-да! Ну-ка, догнать его. Банки скорости есть у кого-нибудь? У меня есть, но я не смогу им стану. Юзу. Я заюзу. Подождите, а может быть пусть он разрезает, слышите? Не-не-не, он сейчас стрелок уйдет. Да, релогнул. Стрелок, конечно. Эмерал Роллс, тот самый, который играл в Паки Фишера, да? Да. У нас и Пупин еще есть. Нас, а я Скви с Тионы. Там на L2O не написали, что это не настоящий Скви с Тионы. Кто это написал? Да какой-нибудь знаю. Вот этот тут, знаешь, школьник, который на Тионе не играл, пишут они там на форумах. Потому что тут написан был Сквиз, а у тебя просто этот обрезан. Ну ты понимаешь, я легенда. Я как бы, если бы начинал здесь, вернее, я хотел здесь начать под этим ником, но его забили сразу же. Так же, как ты думаешь, почему Дилвиш не играет под своим ником? Нет, вот, а... По той же причине, что и я. Так, давайте где-нибудь тут ребакнемся. Идите сюда. А смысл врать ему, если он как бы скрыт? Все, смотрите, по сторонам, Дил, доведи ЕЕшку. Кто может ответить на этот вопрос? Если Марти сквиз, то зачем ему врать? Вернее, наоборот, если Марти не сквиз, зачем ему говорить, что он сквиз? А? Уй, на... Такие у нас сегодня шуточки. Блядь. Пиздец, аж самому тошно. Я отпишу сейчас книжкой. Я тупо за... Я закин, слышишь? Все, масло. Похож. Давай, получай. Кстати, парни, вы там забрали закина вчера или нет? Охуенно спрашивают. А что, он уже резнулся? Пол, ребят, нас ищут в Колизее, короче. О. Ван Роки бегают вокруг тут в трансформах. Да, Ван Роки это вообще сумасшедшие фанатики наподобие Райзов, потому что я когда еще бегал за методы, я зашел как-то к Лехе в ТС-очку, и там Ван Рок сидел один причем почему-то. Ну когда заходят, все уходят. Вот, и типа там, привет, Марти, ну чё, получили пизды. А он как-то там убил нас один раз. Ну такой типа, ну, да, убил ты нас, помню, было дело. Мы вас по всей карте теперь искать будем. Я типа всем деньги даю, чтобы вас искать. Ну ладно, окей. Ну типа, когда мы убиваем когда-нибудь его твинка, там что-то начинается какой-то движ у них в плане, нас реально там пытаются искать. Сектанты. А, пати, или ладно. Так, 3, 6, 7. Ну, есть мысли еще. Ребят, я, наверное, один бафчик потом это. Все. Я чё? Тоже я последний баф, все. Уроки делать. Да вы че? Вообще да, Дилда, ты угадал. А вы не хотите к имбашоту сейчас еще раз сходить? Мы рядом, кстати, да. Можно сходить. Давай сходим. Он же не будет ожидать.
Мне кажется, это будет просто дико неожиданно. Ну, хуй знает, по-моему, это будет неожиданно. Мы же так ни разу не делали. Делали. Так, вот это надо говорить сейчас. По-моему, только чем мы занимаемся, когда подходим к Туи. Надо ёбнуть имбашота, начинается от Шикина. Не люблю таких людей, которые постоянно изменяют фразы какие-то в свою пользу. Я тоже. Да, главный гей Гранкайн. Ты че собака сутулая? Хоть какой породы собака? Вот такая... Ты чихуа. Маленький. Знаешь, которых носят в сумке, она обсирается от каждого шороха. Это чихуа. И босой жмет сразу. А. Это про себя? Нет. Я машина. Паренек, я тебя бафнул уже, что ты бафаешься? Окей. Это ты в реале машина, а вот в игре, увы. Блять, это же, ешка же есть. Ну, ладненько. Быстрее кастуй вот так вот. Раз и все. Что-то долго так. Эмили, так он тебя шотал или нет? Сколько он тебе нанес? Я 8 с чем-то нанес, но у Думи я был пожирнее. А сейчас он у меня зашел, так он 8. 8 с чем-то это примерно на сколько с чем-то? Ну, 8. Ну просто у меня. У меня 8500. Ну шотник, нормально. Сука. Мне пишут, что мы из РМТ. Правильно? Ну да. Ну да. Тут какие-то три черточки, одна средняя. А потом РМТшная. А вот этой палилки не было, по-моему. Имбашо там. Ну ладно, может быть, что за фазия, давайте смотреть. Эмили, у тебя есть ассист на имбашота? Нет, он есть у этого, у Шикина. Чего? Нет. Шикин, у тебя есть макрос? Бля, нет, я ЕЕшку прописал сейчас. Нет, НВ, я не под спайсом. Так напишите в чат просто, зачем макрос. В общий написать. Эмбашот, ты тут? Или что ты хочешь? Так, еще одна палилка. Один. Давайте. Я стоим. Пойду его тупо один убью сейчас. Дилда, давай, расхуярим ее ебучку. Это будет PvP-FR. Да, блин, ну так. Сейчас надо. О, Сквиз, я вырос на твоих роликах. Спасибо, дружище. Спасибо. Я, это да. Так приятно. Вон, убиваем. Это ПП всего. Быстрее. Где сам? Ассист по ЕЕшке хайлевельный. Ассист по она улетел, да? Да. Где он? Бешено носится. Он уже улетел на басу. Ну ладно. Фу, лох вообще, как он мог спот сдать? Уже тут начался. Да, я думал, придет. А ЕЕшка улетел, да? Да. Ну что там внизу нубы разрисали. Вот они эти имбашоты. Да, да, это я с ДВП играл на Тионе, было дело. Классно было, это 2006-2007 год. Это там с Дилвишем, Дилвиш лидер еще тогда был. Было круто. Song My Life вот, пишет, я выехал за вами. А кто это? Знакомый какой-то. Да с Шилина парень. Знакомый какой-то ник. Так, где Дорвальд? Шоки. Твоя птица. А Дорвальд переехал, так что ты его не найдешь. Даже если найдешь. Я знаю, что с тобой уже будет. Был один, который искал Дорвальда, там, с усиками такой жердяй. Он песню потом пел?
Дор, пойдем нубов чекнем. Да хорош, слишком долго мы тут пошли отсюда. Вон, смотри, они прям встали. О, пошли отсюда. Не надо. Бля, Дорвальд, слушай, Эмили. Там стампед стоит, слышишь? Стампед Тауэр Пауэр. Ладно, пойдем. Стампед Пауэр. Стампедки у меня. Пиздец. Вон, ВП стампед, да. О, животина, ну-ка уничтожить его нахуй. Бля, это первый же прожал. Ешку носит. Хрена себе, мы бы ушли, оставили всех этих мобов, вы чё? Да я не думал, что так много. Смотри, сколько здесь их. Там мистер Райт. Жесть просто. Что-то он не решил. Ни хрена себе. О, стример, смотри, ежик, рыжик вот эти. Мартин, твои друзья, смотри. Да, они давно на Шилине. Ну и ладно. Шевереда. Это вот эти вот... Main guy. А там только в углу, ребят. Где? О. Там вон в комнате гном. О, слышу, гном, да. Блин, вылетели. Жалко. Так вылетели или улетели? Чё, куда идём? Через верх. Да, это наш сервер. Чё, может быть, там Фишера какого-нибудь на 14-м туре за гриву схватим, а? Ну, это надо БД сначала выкачать до 77-го. Опа. Да, пока рановато. Сейчас этот, качнемся быстро на райдах. На опа. Тень. Ну, тень не надо бить, да. Она может. Даже мне синяя, тёмно. А мне не тёмно, у меня этот... Ну, светлая ещё. Погнали на фавны. Так, мы же собирались немножко другой. 52. Кстати. Ну. Я поэтому и хотел выйти здесь. Ладно, рули, Дорф. Да, скорее бы нам бы уже БДшку докачали бы. Эти РМТшники. Да вон, Шикин плачет, не хочет ничего искать. Ну давай. Они там воюют сейчас, они быстренько вкачают. Райдер же не пофиксали. Будут теперь. Чувак очень сильно хочет узнать, убили ли мы им башоты. Ну да, в два раза. В шаут. Пускай стримы смотрит. Дорф. А, да. Что-то я заблудился. Другой путь. Ну в. Не, по дороге надо. Может, давай я паролю, Дорф? Да чё, давай фавны за ганкой, мы всё, я лох. Не фавны, а один. Давай ещё один, бро. Не, я точно больше не буду. Неистоста, давайте я и так. Чё фавна? Да там никого нет. Там нету. Может, вы не фавна? На фавна сейчас точно никого нет. Уж, наверное, на глазах. Ну, подождите, мы встретили двух гладов довольно больших. Какой-то хоббит там носился. Ну, вообще, лока это, конечно, не та здесь тухла. Там надо где скелеты. Там... Погнали, кто Марти писал, реально, я за. А куда? А. Ну, налево. Выше нам. Ну, а мы успеем за 11 минут? Да, успеем. Да. Ну давай, рули тогда. Хоть какой-то экшен будет под конец стрима. О, вар там. Ну, это танк пошел у нас. Опа, потом пойдем в этот, в тюрёк. Можно сходить, да. Ну там смотри, там не получится нам просто стоять, там надо залететь, убить всех и выйти. Даже давайте нет. Еще, Дорф уйдет, пару бафов побегаем. Не, я не могу. Он уроки делает. Дилда. Эмили. Я ж в тюрьму хотел. А уже не то будет. Половина. Я ж чё... 56-й ФР это... Боевая такая машина, что... Умститель. Сюда. Толку от меня никакого не пасут. Я только могу им башота ворваться. Мне надо сливаться просто. Что до ХП мигающего. Справа, на той стороне. Или не сливаться. Давайте, ладно.
Ага, это блин. Некр. Ух, йоу. Ждите, давайте хоть повыделяем кого-нибудь. Надо Биша найти, ёпта. Он некр. Да, некр, наверное. Ну давайте, да, некр хуярим. Васисова срежем нахуй. О, Асис. Там Биш где-то. А, Васис тебе. Вот, Асис по мне. Бенз. Он спрятался. Так. Овер, овер, так, овер. Ассист по Бишу, ассист. Да-да-да-да-да. Стан Бишу. А... Бля, летай. Уходи, Шикин, ну чё ты мне бы сойнул? Ну, я не захотел бы соиться. Тир за мной бежит. Биша убить. Кто бежит? Тир. Тир? А, ты говно. Всё, зато. Всё? Чё, норм? Дальше, дальше, дальше. А, вон, вон, вон там. Стрелогнул челик. Всё, вот там, или бежит. Нет? Стунул. Ассист. Чё упал-то? А, кал. Разить можно вообще. А. Дальше на дерево. Вот чё. Регрупп у меня. Танк, танк бежит, танк бежит. Да-да-да. Какая тебе, Миля, не давай по себе вообще, чтобы урон наносил. Мог бы что-то бьют, блядь. Ой, бил, да, убегай. А, всё, пусть в УД стоит. Френдском. Погнали. Дальше. Нет, надо убить или что-то с ним сделать, потому что агр. А его моб бьют, его моб бьют. Да ничего не с ним сделать, все улетел. Регрупп у меня. А эти, как его, Райзики и Биш бежат, рез ждут. С той стороны, наверное, никого нет. А вон какой-то этот, поливка стоит. Ребят, Райзы зашла какая-то... Вы рядом? Можете вернуться, ёбнуть, сейчас Биша резнут, и он разрезывать их будет. Мы уже далеко. Нет, мы другой парень. Ты попросите, а резнуть можете. Давайте фарчик снесем. Да, я получился. Так, какой-то лак. Стреснул тебя, Шикин. Скажи, я Шикин, ёб. Пишу рез или вернемся. Да, да. Матом что-то пишет. Типичный Райз. Да, Райз они такие. Дипломатическое решение нашли, а он... Он угрожает, слушайте. Он еще и угрожает. Умер, что ли? Бля, я что-то спрыгнул. Нет, не, я здесь жив, можно подняться. Просто я жив с нулем хп и нулем. Ебать! Ебать, как же больно-то. Че такое? Да мобы пробивают жестко. Да, да, бежим. Ко мне. Я за Марти бежу. Ах, я прыгать не буду. Ты как раз на этот на КД слился. Блин, скорее бы мне уже. Здорово, Миллер! Качали бы. Да. Да, ну здесь вот мы на ТП идем, но здесь обычно вводят хотя бы я один человек. Я постоянно отвечаю на вопросы, а вот никто еще не ответил на стриме, почему нету людей, где они все сидят, и как передать ПК крафтеру шоты на суммонера. Сложный вопрос. Очень сложный, это как... А вот далеко там они тут разрезываются, сейчас будут два человека уже встали. Давайте. И Биш встал, слева танк, слева танк. Бля, какой танк? Ну вон там бежит. Какой танк? Односторонний. Да вон. Хуй с ним, да, не видно. Пофиг на этого танка. Всё, пошло. Народ, возвращайтесь, они разрезались. Бежим. Пати пишет. Сейчас, возможно, ПР будет делать. А ячка. Я сейчас ассист дам по ней. Подожди, может быть мы на других наткнемся. Слушай, а ты что, умер что ли? Нет. Да умер, умер он, но ты не видишь. Не, я это, я живу. У меня 0 хп и 0 хп просто. Блин. Да умер хуй с ним, господи, я за эту чару почти не играю уже. Ассист по мне, вот это аячка, я не знаю. Хотя это СВС, скорее всего. Хуящите нахуй. Я блин, блин. Главное не бояться, ты такой вот, где наш. Так они без бафа стоят, ты чё, какой бояться?
Я тут два, тут один ДД Ксена. Тут один ДД Ксена. Ксена. Угу. АСХ? Ксену только первого убираем. АСХ, вот. А, АСХ, блядь, за камнем. Биша. Пенс вот этот. Вот. Ассист. А, это АСХ, оказывается. Мак. Я думал, это лучше Е. Ксена, ассист. Какие смешные они. Выделить бы еще Ксену за этим саммоном сраным. Отойдите. Блять. Так, орк. СХ там за камнем. Убили. СХ убили. Все, релогнул, там еще одна хуйня, ну и все. Хуй. Хотя бы палилку убил. Так, сюда, за мной. Что-то вижу. Все-таки лучники, они самые сильные в этой игре. Все остальные кавы, говно. Пусть жар... Тут два пака, один ниже, другой будет. Здесь напротив. Сейчас я все понимаю. Что-то есть. Давай. Пока убьем. Все, что я видишь, вижу. Пока что. Ух ты, он быстро релогнулся, а? А, нет, боже, там просто. Там обезьяна стоит, слышь, Дорф. Какая обезьяна? Сейчас покажу. Вот этих добьем. По ассисту посмотри. Тупо обезьяна. И не знаю, горилла может быть. О, тут это деньги же. Чё, чё, блять, это мой ник. Как нет, посмел? Ты обезьяна, все. Кто посмел? Логиатор. А где вторая пачка? Так, ну если хотите экстрима, можно пойти на спот, где обычно руашники за этих фармят. За давай, твой. Давай, в конце стрима надо посыпаться. Надо посыпаться. 55-й ФР потеряет обилку, да? 56-й все это максимум. 55-го уже не будет КДЛа. Люба. Вот там агры, моба. Аккуратно ко мне. Какой-то Ван Рок прибежал. КТРЛ атак. Айзига. Так. Вот это уже интересней. Зига пришла, слышите? Тупо Зига. А кто это? Жесть. Сейчас посмотрю, какой уровень. 52, да. Жесть, протект пришел. Слышите, они тут привели, короче, своих дружков. ТХ 74-й. СВС, ну это похуй. Да, 52-й. И все. Хорошие друзья у Рейзов, мне нравится. Слушайте, ну здесь обычно на перекрестке там сраном хоть кто-то достает. Подождите сюда. Слушай, а что никого нету. Выходной все должны затротить. В вашу чат, сторону, говорит? Кстати, побежал ТХ КТРЛа, так, он этот. Он 74-й, если что. А, вот еще кто-то пришел. Пусть до 77-го качается сначала. Да не, это понятно, это хуйня. Мне нужен минуту бафа осталось. Никого я не вижу. А, еще, слышите, еще АВ пришла, 74-я тоже. Да вы охуели. Но они все опять разрезались, кстати. Ну, уже такой себе. Да, у нас баф слетает, все уже. Дор, давай последний. Не, я все. Ну тогда давай, ну с ребафнешь, мы еще с Пупином сгоняем. Ну ребафнешь? Ой, с Пупином, боже, с кастетом. В вашу сторону идут эти ванроки. Блин, баф слетает. Так, еще где у вас ребаф-то? Я в КХ улетаю. Ну, я сейчас тоже. Колизей. Давайте, на колизей. Ты пиван-рэпова пойдешь пить, да? Ты мне? Я? Ну да, это Дурвальд уходит. Не. Ужин испадет. Блять, бафада, это здесь какой-то челик качается, надо убить. Да сейчас этот, в город зайдем, мы там. Это что за херня тут в КХ творится? Или ладно, давайте в КХ ребаф. Ну давайте в КХ вас ребаф.
Не, все. О, контрол-атак этот бежит. 74-й ТХ. Дилда, Б. Да я знаю, я вижу. Ну все, я этот, мне придется не выходить отсюда. Да ладно, он сейчас это, побежит мимо. Это Ван Рок. Он будет здесь ждать, наверное, недели две стоять. Что происходит? А что тут? Марки, давай этот уже выкачивай, чара будем ходить в тюрьму. Хорошо. А, Марки, он готов. В принципе, я могу сейчас попробовать выкачать быстренько и запустить стримчанский. Ну, мы должны сначала проверить. Хотя, блин, не, это надо так, еще брать. Так, все, я все, короче, на сегодня. Давайте, всем пока. Пока. Давай, пока. Давайте, я тоже. Пока. Давай. Так, Костец, быстро давай смотаемся в Курму и все. В Курму? Угу. Ладно, тогда этот, бегите, я пока потом спишемся и пойдем в тюрягу. Да, вот я бы сходил в тюрягу. Давай. Припасы кинул. Тебе же ребахнули, Костю? Нет. Тогда я сам пробегусь разок и все. Давай, ладно, там. Давай, Костя. Угу, пока. До встречи. Да, тургетинг Мурти вообще. Тики. Что-то сегодня как-то тупленько. Не знаю, может быть, или у меня настроения нет, или вообще что-то не то здесь происходит. Как-то не зашло сегодня. Дорвич уже ушел. Так, знаете, что я сделаю? Возьму-ка я оленя, раз уж мне не хотят шапку давать. Я не знаю, по-моему, месяц не прошел. Какого хера у меня ее забрали, я не знаю. Неужто так быстро время летит? Алла 2, Алкин. Алкин, привет тебе. Как успехи у вас? Да неплохо, вот к имбашоту пару раз зашли в гости. Вообще, по большей части, мне не нравится обнова, потому что для нашей деятельности любой прогресс — это огромная печаль, по большому счету. Чё, я вообще куда-то не туда бегу. И опять же, ладно бы ввели ЛСы какие-то там хорошие, имбовые, но так, чтобы пушка не падала. Для нас бы это был огромный буст. Реально, просто огромный буст, и тем более, ну, бамбало бы круто, если бы их раздевали под мобами, пушки бы не падали. Этого, к сожалению, не сделали. Поэтому это минус. Также талики дерзости улучшили. В принципе, как ни крути, можно было бы затариться подобным добром, но это стоит довольно-таки дорого. И буст это будет, я не думаю, что довольно большой. А вот... Ну, насколько я знаю, талик дерзости, он вроде как передается, но не падает с того же ПК. Как-то так. По поводу прокачки, тут палка на двух концах. Будет очень много людей, которые прокачаны, но... Также и у нас будут, скорее всего, очень скоро ФРы третьепрофные. Не знаю, может быть, через месяц, мне кажется, они будут. Какие-нибудь там 77-е, 78-е. Надо смотреть. Вообще был вариант взять БДшку 77-ю. Вернее, вкачать. Но как-то... Не срослось.
Не хочу я в Круму. Сделаем небольшой маневр. Вообще, я давно, на самом деле, не покашил. Сейчас просто думал побегать с Доровым, бабчик другой, но что-то немножко разошел. А, да, кстати, у нас же еще планы будут на тюрьму, так что ждите, ждите, скоро будет экшен. Возможно, даже на стримах. Ну, невозможно, а инфосотка, то, что на стримах будет экшен. Сегодня я что-то чертовски молчаливый, ребят, вы хоть что-то спросите. Хотя бы даже вопросы такие, как Мэтт Глум задаем. Я не против. Насчет осад я не в курсе. Может быть да, может быть нет. Стат по фрагам хреновый. Ну, то есть у меня ПК вообще практически не двигается. Вектор СК. Дворф опять бухает. Возможно. Да, ребята, Ратси, он спамит ссылочку. Смотрите. Паренек экшен делает периодически. Ну и вообще пытается делать различные мулики. Опять же, только начал эту деятельность. Вроде как что-то получается. Посмотрите, оцените. Привет, Сквиз. Ты все-таки... Ты все так же гнешь сервера, как и в 2007-м. Именно так и никак иначе. Йо-йо, легенда, и тебе привет. Сметана 89. Боже, почему я все до сих пор под Дионом? Проблема заключается в одном. Я бы побегал сегодня, может быть, еще, не знаю, баф, два, три, часик, два. Но я не могу загрузить ППХ. По мне, интерлюд Грация лучше всех. Не знаю, мне нравился С4 в свое время на мелкософте. Было неплохо. Боже, где я? Конец. С4, мелкософт, были хорошие времена. Да и, в принципе, то, что было до года, хроники были неплохие. Конкретно за Кира мне нравилось играть. Довольно сильная профессия была, в отличие от того, что сейчас из себя Тир представляет. Нет, он сейчас, безусловно, очень крутой, благодаря Одалу. Но, тем не менее, ему что-то не хватает. От чего конкретно? Раша, возможно, потому что он появляется очень, очень поздно. Главное то, что, ну, насколько я знаю, ножи скоростью в 300 могли бегать и до этого. Если ты сожрешь бутылку, прожмешь хайд и побежал. А, дико качаемся ПКшниками. Это что такое? Кровосток тут бежит. Лёпа, чё? Так, вы этого не видели. Боже мой. Наконец-то.
У нас там какие-то новички. Рыбалки, да, у нас есть секретный способ рыбалки. Ну, вам мы его, естественно, не расскажем. Насус, я запарился показывать. Карма 9999999 многое. Так, обновление, как всегда, вовремя вылазит у нас. А, ФФР слиты до тюрьмы. Да, я знаю, что не лучший вариант, но у нас другие планы на тюрьму. А ФР имеется в виду вкачанные ФР, я про третью профу. Почему ты гей? Я не гей. Фу. Так, еще вопросы? Мистер Локи, здорово. Усатый трейдер, господи, здорово, Ками. По-моему, Камеди мне не рад. Так, боже. Мы, ребят, ру комьюнити, мы особенные. Вот как вебайк. Примерно мы такие же особенные. Как-то так. Не, если серьезно, это, наверное, хорошо, то, что у нас все не так, как, допустим, на Корее. Потому что там анальный донат, и людей меньше играет. Что за... Что он делает? Окей. Это просто... Просто было гениально. Беда в том, что модеры мне не нужны, потому что я справляюсь со всем сам. Если не справляюсь, то бог с ним, пускай пишут люди. Я периодически так банально даже не успеваю заметить, что происходит. Какую-то херню сейчас сморозил. Ну да, по идее модеры нужны, но я подумаю. Беда в том, что 20 минут я буду грузить ППшку, а люди что будут смотреть, как я буду грузить ППшку? Такое себе развлечение. Плюс еще у меня нет Агатиона. Ну, соответственно, мобильности никакой у меня нет. Поэтому стримить с той задержкой, с которой я стримлю, будет тоже опрометчивое решение. Сейчас пизды получу от 50 плюс тира. Вот это будет забавно. Чё там упало? Оп.
А парень шарит, магические кольца носит. Что там написал? Вот же пес. Тот еще пес. Ой, слушайте, ребят, честно скажу, не хочу пока 6-1, это скучно и вообще шлак. Если покажет, то всем вместе. Да, круто то, что у вас сейчас 240 человек. Если кому-то интересно смотреть, посмотрите какие-нибудь записи стримов. Действительно были интересные пока рейды. В описании есть YouTube-канал. И также Ратси кидал ссылку на его YouTube-канал, где делаются какие-то креативы по нашей тематике. Вот, как-то так. Всех люблю, всем спасибо, что смотрели. Спасибо тебе, Гаталер, за поддержку материальную. Ну, подписывайтесь на Twitch, кому интересно то, что мы делаем. И до встречи. Надеюсь, в ближайшем будущем возобновлю свои стримы. И стримы будут, ну, практически каждый день. Стримы будут не только по Lineage, не только по ПК-контенту, но и также, допустим, Готика. StarCraft, возможно, будет второй, первый кампанию мог бы пройти. В общем, что-то еще определенно будет. Так что, все. Как-то так. Давайте, до встречи, пока.